Членство в клубе с опасностью для жизни. Сургутские полицейские задержали байкеров, которых подозревают в серии разбоев. Так один потерпевший рассказал, как байкеры его насильно удерживали в гараже. Потом избили и заставили написать расписку на автомобиль Toyota. То есть сургутянин фактически подарил бандитам машину стоимостью почти 300 тысяч рублей. Несколько месяцев мужчина пытался вернуть свою Toyota, но безуспешно. Еще один потерпевший сообщил, что подозреваемые ворвались к нему в квартиру, нанесли травмы, похитили личные вещи, бытовую и компьютерную технику на сумму 85 тысяч рублей. Оба пострадавших рассказали, что неприятности начались после того, как они вступили в мотоклуб. Но они не всем были довольны. Из-за этого их буквально вынудили покинуть байкерское сообщество. В ходе расследования полиция установила, что к преступлениям были причастны пятеро человек. Четверых задержали по горячим следам, еще одного спустя два дня.